Большинство людей с детства влюблены в цирк, а многие даже мечтали стать цирковыми артистами. У Паши Алехина, или Павла Алексеевича, как он нам представился, свой особенный взгляд на цирк. Каждое лето он вместе со своими родителями, с братом Никитой и сестрой Вероникой отправляется в длительное путешествие. Я хочу сказать, что цирк – это очень дружелюбная семья. Я с нетерпением жду лета, ведь летом я со своим цирком, с родителями ездию на гастроли в разные города. Мы путешествуем в Европе, по Азии, в Африке выступали. В разных странах я вижу много интересного. Вот, например, в Чите есть интересное очень место – площадь Ленина. Его мама – танцовщица на льду, поэтому Паша не понаслышке знает о трудовых буднях циркового коллектива. Да, на самом деле это тяжелый труд. Такова жизнь артистов. Ну, многие зрители видят цирк – это радость, иногда драма, горе. Вот. Но на самом деле это не так уж легко все это изображать. Вот эта радость, так чтобы зрители на самом деле смеялись, были довольны цирком. Вот. Но нам это удается. Да, артисты цирка действительно умеют дарить праздник. Фееричные выступления с участием воздушных гимнастов, акробатов и иллюзионистов зажигает буквально всех. Дети веселятся вместе с клоунами, с радостью участвуют в конкурсах, фотографируются с веселой коровой и голубями. Мне понравилось, как на коньках медведь. Девочка, когда первый номер был, так крутилась, аж дух захватывает. Я даже боялась за нее, лишь бы она не упала. Но больше всего мне понравилось, когда наверху качалась тетенька и трюки делала. Девочка эквилибристка, а наверху это просто улет, просто улет. Цирк на льду. Действительно впечатляющее зрелище. Традиционные цирковые номера, выполняемые на коньках, придают динамику всему действию. Артисты с этой программы объездили полмира. Их везде с радостью встречали благодарные зрители. Не стал исключением и наш город. Встретил очень горячо, очень так бодро, радостно. Давно не было такой публики. Вот. Ну и артисты, естественно, работают совсем по-другому. То есть идет обратно отдача энергии. И представление проходит просто на огромном эмоциональном уровне. Приглашаю всех в гости на наше выступление. На выступление Московского цирка на льду. Мы для вас приготовили еще очень много сюрпризов. Будем работать для вас, стараться для вас. Ждем вас на наших представлениях. Гастроли цирка на льду в Чите продлятся до 7 июля. Сергей Немыкин, Виталий Литвинцев. Время новостей.